нужно анализ сделать. Он вас здоровый. Вот это вообще. Сегодня с утра пораньше Каменск-Уральский, ну точнее в основном его виртуальная проекция, взорвалась криками ужаса от выложенного в сеть видео, на котором видно, как в новой, еще строящейся 41-й школе отходят облицовочные кирпичи от стены. Ну а теперь давай. Кладка шатается. Она везде так шатается. Понятно, что люди в сети стали возмущаться, да что ж это такое творится? Это ж нам обещают новейшую, высокотехнологичную, инновационную школу, а тут банально, кирпичи на соплях. И самая ходовая шуточка на сегодня, а у вас стена отклеилась? Мы, ТАО, может про этот локальный, чисто каменский внутричок и не узнали бы, но нам это видео скинули несколько возмущенных каменцев. Что значит оказалось? Один из пользователей в комментариях подметил, типа на заднем плане деревья еще зеленые, то есть это видео капец какое несвежее, может это лето или вообще весна. И даже если кирпичные косяки были, а они очевидно, что были, то их уже наверняка исправили. Таково было предположение наиболее здравомыслящего каменца. Так оно и оказалось. Сегодня главный инженер управления капстроительства Каменск-Строй Артем Политавкин, имеющий прямое отношение к возведению 41-й школы и крайне обеспокоенный видеовбросом, ошарашившим Каменск, расставил все точки над «е». Типа да, косяки были, мы не скрываем, но они самоликвидировались. То есть, когда монтировали окна, было выявлено несколько участков, два, в том числе, которые не два, четыре участка, в том числе, которые попали на видео. Данные простенки были переложены, проверены все остальные. С автовышки поднимались, пытались. Есть техническая особенность этого узла. Там балка и минвата, и небольшая ошибка была допущена, переделали. Это было когда, давно? Ну, тут еще благоустройства не было. Я думаю, это вообще весна, потому что... Ну, примерно весна где-то. Начало лета, да? Ну, где-то начало лета. Ну, я думаю, вы видео видели, да, ведь? Видел. Вот ваш комментарий, как специалиста. Ну, видео на сегодняшний день не актуально. В процессе проведения работ по облицовке стен, да, были замечания к качеству работ, которые в последующем устраняли исполнители. Давайте уточним. То есть это видео снято, похоже, летом, да? Ну, примерно, да. Еще не было заштукатурена и покрашена лестничная клетка. То есть, да, ориентировочно, летний период. Возникает вопрос, кто и зачем выложил это старое, но при незнании ситуации компрометирующее видео в сеть? Ну, совершенно ясно, что сняли его летом те, кто работали на школьной стройке, ибо человек с улицы едва ли сможет обнаружить столь неявные косяки. И в конце интервью Артем Политавкин, как бы походя уже за кадром, дал понять, что личности этих фейковых компрометаторов установлены и они типа уволены. А, ну раз их уволили, тогда понятно, почему они так некрасиво поступили. Ну я думаю, что информация из первых уст все-таки прояснила ситуацию. Там эти товарищи, кстати, уволены. Пока все.